Вот дорога, которая была посажена под пластиковый стаканчик. Корешок хороший, стебелек. А вот это просто в землю тоже же прорастает. Горошины, которые дали корни, не росточки, пересадила. Вот. Оставлю под колпаком. Быстрее вырастут. И будет первый горох. Вот свекла. Была накрыта таким пластиком. Вот уже корешки пошли. Потом пересажу по одному росточку. Вот так уже выглядит. Пока держу открытым. Вот уже такие листочки. Может, это мирные дорожки в огороде. Потом мы хотим это все в огороде. Плиткой специально для дорожек купим. Сейчас пока вот так все выглядит. Окучила сегодня смородину и крыжовник, чтобы потревожить личинки, которые зимуют под кустами. Садила ревень сегодня. Что мне сказали? Вернее, я вычитала, что он может расти в тени. Но в тени ему было плохо. Поэтому я посадила его в более солнечное место. Красивый крокус. Садики. Такой цветочек зацвел. Это уже один из первых всегда зацветает. Такие маленькие синенькие цветочки. А это бадан. Он у меня под сосной растет. Очень полезные лекарственные растения. Вот эти листья, вот эти вот пожухлые, я их собираю, мою, сушу, завариваю чай. Какие-то жутко полезные. Вот, а корень бадана он вообще лечит от многих болезней. Отвар. Садила вчера айву. Никак я место не найду. Попробую еще здесь поворачивать. Вот такой персик пересадила сегодня. Бросала косточки в одно место. Тех персиков, которые мне понравились. Нектарин. В общем, не знаю, что это зашло. Ну вот, в прошлом году появился росточек, сейчас он живой, здоровый, растет, посмотрим.
как будет развиваться. Ну, зиму пережил, пересадил. Более удобное место. Вот еще два растения у меня сегодня переехало. Стало место, где они росли, там неудобно было. Теперь вот опору надо сделать. Это клематис. И то ли роза, то ли это шиповник. В общем, пока оставила. Такой вот длинный стебель. Клематис вот этот очень красивый, белыми такими цветками. Цветет. Я посадила. Теперь надо пару придумать. Вот такой вот кусочек у меня. Куча покровных растений. Трава такая красивая, еще не поднялась. Ползучки. Еще какие-то. Не все знаю названия. Не находила когда-то в интернете, вот сейчас уже не помню. Вот такое вот все разрастается очень быстро. Вот такая еще красота намечается. Скоро распустится. Крокус, только другого вида. Пучок покровное растение. Так вот. Там где камушки хорошо растет. Цветочек уже тут у меня появился. Вот тоже пучок покровное. Такой вот. Какая-то толстянка. Брать. Вот еще. Так вот есть. Почищу. И вот тоже. Ползучки. Красивого цвета.